Новости, связанные с очень опасным оружием. Украина разорвала соглашение с Россией об обмене информацией о купле-продаже переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» и «Стрела» третьим странам. Постановление премьера Арсения Яценюка появилось на интернет-сайте украинского правительства. Документ о взаимодействии по «Иглам» и «Стрелам» был подписан еще при Викторе Ющенко, при котором был скандал с намного более мощными противовоздушными системами. В 2008-м Рада раскрыла махинации при поставках украинских «Буков» в Грузию, где президентом тогда был Михаил Саакашвили, нынешний одесский губернатор. Для фигурантов история закончилась ничем, да и срок у обоих президентов вышел. Но, как стало понятно сегодня, Саакашвили история сделала круг и даже больше.